Здравствуйте, в прямом эфире «Импульс Севера» в студии Мари Бохуа. 2023 год в Новом Уренгое пройдет под знаком масштабного дорожного строительства. Об этом глава города рассказал во время прямого эфира еще в конце прошлого года. И если сани готовят летом, то задел на предстоящий сезон для дорожных строителей работа как раз зимняя. Перед тем, как люди и техника выходят прокладывать или чинить автотрассы, готовятся проекты и проводятся торги. Про планы расскажем прямо сейчас. На старте у дорожников в этом году сразу несколько больших проектов. Задача максимум – кардинально преобразить транспортную сеть газовой столицы. Масштабные планы глава города озвучил еще в минувшем декабре в прямом эфире в соцсетях. При поддержке нашего губернатора в следующем году нам предстоит задача вдвойне более тяжелая. Дмитрий Андреевич поддержал нас финансово, наш город. Вот, и сделать нам нужно по дорогам в два раза больше. У нас наконец-то глобально будет меняться южная часть города. Приступим к улице Магистральной от самого кольца терминала до виадука. Наконец-то приступим к улице Таежной. Начнем ее делать четырехполосной с нормальными тротуарами с двух сторон. Наконец-то разрубим вот этот узел, который находится на улице геологоразведчиков, то есть это район, я имею в виду, и спортивного комплекса, и больницы, и железного дорожного вокзала. Улица геологоразведчиков тоже будет в реконструкции. На магистральной работы разделены на два этапа. В этом году они начнутся на участке от развязки Солнечная до кольца в районе аэропорта. Изменится не только проезжая часть. Там обустроят новые тротуары, поменяют освещение, сделают озеленение. Второй этап – реконструкция от Солнечной до 26-го съезда КПСС. Этот участок будет в работе в 2025 году. Преображение начнется в этом году и на Таежной. На первом этапе кардинально изменится участок от улицы Крайней до Юбилейной. Будут сделаны 4 полосы, также будут новые тротуары, переукладка сетей, проходы, проколы. Поэтому очень масштабная стройка, очень схожа будет с проспектом Губкина. То есть много инженерных коммуникаций, которые пересекают улицу. Необходимо выполнить их перенос, где-то защиту, новые теплокамеры. Поэтому за один год мы это точно не сделаем. Мечта жителей частных домов тоже начнет воплощаться в жизнь. Это автотрасса от дачных поселков Заимка и Лира. Проект почти готов. Одобрение от округа город тоже получил. Фактически закончили проектирование. Губернатор нас поддержал и на 23-й год выделил именно на эту дорогу денежные средства. Поэтому с началом строительного сезона летнего начнем первый этап, именно дорогу, которая проходит сквозь ваши многочисленные кооперативы в северной части города. Кроме того, начнется реконструкция улицы геологоразведчиков. Сейчас идет подготовка к торгам. После завершения тендерных процедур станут известны подрядчики, которым предстоит воплотить эти масштабные планы в жизнь. Сроки реализации проектов по реконструкции до 3 лет. Это будет один большой подарок всем горожанам к юбилею Нового Уренгоя. Павел Прожогин, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Сильные морозы, которые пережил город, сменились потеплением, и как итог, все засыпало снегом. Последствия снегопадов сегодня утром почувствовали на себе все – и пешеходы, и водители. Дорожники, уже привыкшие к любым капризам погоды, оперативно включились в работу. С утра они чистили, сгребали и вывозили осадки. Особое внимание – городским магистралям, тротуарам и подъездам к соцобъектам. Только в дневную смену сотрудники УГСК вывезли на полигон 3700 кубов снега. Сегодня у нас работает 66 единиц спецтехники и 93 дорожных рабочих. После снегопадов в первую очередь мы очищаем городские дороги, параллельно ведем очистку во дворах и, конечно же, чистим подъезды к социальным объектам и тротуары возле социальных объектов. Это детские сады, больницы и школы. Вот. И точно так же обрабатываем городские дороги, посыпаем песком дороги и тротуары. Даже если постоянно следить за состоянием всех труб в квартире, вряд ли можно гарантировать, что удастся избежать потопа. Коммунальные происшествия в многоэтажках – не редкость, и у них может быть много причин. Как небрежное отношение самих жильцов, так и поломка во внутридомовой системе отопления. В выходные трубу прорвало в одной из квартир дома 5-6 Восточного микрорайона. Горячая вода хлынула и затопила несколько квартир, частично подъезд. Аварийной службе пришлось экстренно устранять ситуацию. Что послужило причиной прорыва и кто возместит ущерб, расскажем в следующем сюжете.
все шкафы и вся мебель, ну, она как бы все непригодность. Поплавился, вот даже, знаете, температура высокая, вот эти поддоны пластиковые. Испорченный ремонт, мебель и техника, вышедшая из строя, все под замену. В однокомнатной квартире Инны Ульман прорвало трубу отопления. Со слов собственницы, в этот момент дома никого не было. О случившемся сообщили соседи, которые живут этажом ниже. К слову, их тоже затопило. Когда мы открыли квартиру, здесь было ужасно. Это была поилка. У нас ни сантехник, ни мужчины, которые могли бы помочь что-то где-то сделать, просто не могли зайти в квартиру. Все встроенные шкафы, вся мебель, все вздулось от высоких температур и большой влажности. Естественно, двери, выровненные стены, где мы шпаклевку, она вздулась. Ну, температура, влага и все вот это вот дало о себе знать. На место оперативно выехала аварийная бригада. Специалисты управляющей компании «Уренгой жилсервис» перекрыли воду, систему отопления и обесточили дом. Аварийка сработала оперативно. Когда я прибежала, тут рядышком, ну, считай, с соседнего микрорайона, уже было отключено отопление, было отключено водоснабжение и электроснабжение. Соседи долгое время и весь наш подъезд, может быть, и второй, сидели без света. Жильцы, конечно, переживали, но тут надо отдать должное, УЖС подключили, по-моему, они даже сушили счетчики электроснабжения, и к вечеру уже в районе 9, наверное, нам дали тепло. По закону стояки, трубы до первого вентиля и сам вентиль считаются общедомовым имуществом. За него отвечает управляющая компания. Владелец квартиры несет ответственность в том случае, если прорвало трубу после первого вентиля. В Уренгой жилсервисе пояснили, причиной протечки стал тот участок, за который несут ответственность коммунальщики. Вероятнее всего, причина данной аварии произошла по использованию некачественного материала самим застройщиком. В данной ситуации ответственность несет управляющая компания и будет возмещать тоже управляющая компания. Собственнику необходимо обратиться с заявлением для возмещения. Хозяйка квартиры уже обратилась в свою управляющую компанию с заявлением. Женщина просит, чтобы ей возместили всю сумму ущерба. Квартире необходим серьезный ремонт. Мария Бохова, Богдан Жиделев, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера». Другим темам, результат один из лучших в истории. Так Владимир Путин охарактеризовал успехи строительной отрасли в 2022 году. В ходе совещания о результатах и планах на текущий год рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В эксплуатацию введено более 101 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, большой эффект возведения индивидуальных домов дала социальная газификация. Те, кто сомневался, строится или нет, выбрали положительное решение. Мы большую работу сделали по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Мы каждый год, значит, сокращаем эти излишние требования. За прошедший год нам, благодаря принятым 29 законам и 160 поправкам закона, нам удалось еще 100 с лишним позиций, лишних согласований убрать, что тоже дает возможность всем ускоряться. Было также ваше поручение по промышленному строительству, что сейчас особо актуально. Мы тоже по этому направлению прямо системно занимаемся и все больше и больше количество ограничения убираем. Ямальские цифры – 186 тысяч квадратов жилья. Лидеры – Новый Уренгой, Салехард и Губкинский. В округе построены 52 многоквартирных дома. Благодаря им справят новоселье более 2000 семей. Отмечу, введено на 18% больше, чем предусмотрено федеральным проектом жилье. Таким образом, строители активно решают поставленную губернатором задачу о расселении миллиона аварийных квадратов к 2025 году. Продолжаем выпуск. Основано на реальных событиях. Шоу-репортаж «Очерки снежного города» состоялся накануне в Льдинке. Постановка на льду – результат труда информационного агентства «Импульс Севера» и спортивной школы «Контакт». Вместо зимней сказки на коньках, которую ежегодно ставят новоуренгойские фигуристы, хоккеисты, в этот раз зрителям была представлена история развития Нового Уренгоя. Каждый номер основан на репортажах нашего информагентства, которое уже 30 лет пишет хроники города. Более 30 юных спортсменов приняли участие в постановке под руководством тренеров по фигурному катанию и по хоккею. Шоу-репортаж удалось поставить в короткие сроки в перерывах между соревнованиями. Практически весь реквизит для постановки изготовлен вручную сотрудниками «Импульс Севера» и медиа-волонтерами.
Шоу, аналогов которого нет еще пока нигде на Ямале. Впервые информационное агентство «Импульс Севера» и спортивная школа «Контакта» вместе поработали. Работа началась еще в сентябре. Открою секрет, первая встреча организационная была в сентябре. И очень примечательно, что премьера этого шоу состоялась сегодня, в день фигурного катания. Сегодня у нас на льду и фигуристы, и хоккеисты, и журналисты. Это было совершенно удивительное, действительно потрясающее шоу. В очередной раз убеждаюсь, что у нас не только замечательные тренера, не только потрясающие спортсмены, которые доказывают свое превосходство на льду, но и это удивительные артисты, которые сегодня нам это все продемонстрировали. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 17 января смотрите телеверсию постановки в 20:35 на телеканале «Импульс Севера». Юные волонтеры из «Золотых грифонов» устроили елку, на которую пригласили детей из 7 участников СВО. Повод – старый Новый год. Подарки получили все – и гости, и организаторы. К слову, на сегодняшний день «Золотыми грифонами» гордо называют себя почти 160 ребят. И 60 из них стали участниками праздника. Они совершили путешествие во времени и узнали, откуда вообще появился Новый год с приставкой «старый». Устроили любительский спектакль и разные активности. Ну а кульминация веселья стал огромный торт. Самые яркие моменты в нашем сюжете. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Под зимой летом стройная, зеленая была. По типу лотереи будут вопросы, мы должны будем отгадывать, но лотерея беспроигрышная, то есть подарки получат все. Раскрывать все секреты не буду, скажу так, мы повеселимся на славу. На это мероприятие мы пригласили ребят, чьи родные участвуют в СВО. Мне кажется, это важно в том плане, чтобы дети детям давали положительные эмоции. И было ощущение тепла, любви, взаимопомощи, и что мы все вместе. Я общалась с директорами школ и спрашивала, есть ли в их заведениях учебных ребята возрастной категории от 6 до 14 лет. Той категории ребят, которая, собственно, и является участниками нашей организации «Золотые грифоны». Ну, чтобы это было близость интересов, было интересно общаться, находились общие темы. И директора мне пошли навстречу. Они не давали мне фамилии, имена, не давали мне адреса, они просто говорили мне количество. Я для этих ребят подготовила пригласительные. Они: «Дорогой друг, приглашаем тебя». Вот, и, соответственно, теперь гости наши приходят к нам. Это был мой номер телефона, родители со мной созванивались. Для некоторых было удивительно, что вроде как бы их дети не являются участниками нашей организации, они приглашены. На что я отвечала: а это очень важно, чтобы дети сами умели делать подарок, праздник для других детей. Тут вот в этом весь смысл. Спасибо, добрый дед!
рассказал мне, поговорил со мной. Я вижу реку, вижу птиц и слышу, как они чирикают. Я вижу Мустафу, Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому я не знаю, что сейчас петь. Мне понравилось спектакль. Было очень смешно. Будешь ли продолжать это дело? Почему оно тебе по душе? Ну, конечно, потому что, ну, это смешно и прикольно. Это было достаточно весело, ну, развлечение такое после Нового года. Начала я сюда ходить, потому что у меня подруга ранее занималась этим, и она мне говорит, типа, Маш, давай пойдем. Вот мы пошли, мне понравилось. Мы ездили в приют к животным, сажали деревья в гимназии. В нашей организации на сегодняшний день 157 ребят, которые зарегистрированы как золотые грифоны. На сегодняшнее мероприятие мы ждем 13 ребят, а грифонов 49 и сладкий стол. Спасибо ребятам, спасибо их родителям. И конкурсы, которые будут, и танцы, то есть это все дети. Другим темам новогодние праздники завершились, а диспансеризация продолжается. Проверить свое здоровье в Салехардскую поликлинику пришел даже ямальский Дед Мороз. Он хорошо потрудился, развозя детям подарки по всему региону, поэтому и решил измерить уровень сахара и холестерина. Кстати, они у волшебника оказались в норме. В прошлом году профосмотр и диспансеризацию прошел каждый пятый ямалец, всего 110 тысяч северян. Побывал я во многих городах Ямала, поселениях, поселках, деревнях и на стойбищах оленеводческих тоже. И вот я с утра, одевшись потеплее, решил прогуляться до поликлиники, ибо движение есть жизнь. Решил проверить свой организм, пройти диспансеризацию, все ли в порядке у меня со здоровьем. И вас приглашаю. Будьте здоровы. А горожане начали избавляться от живых елей, которые украшали их праздник. Из квартир пушистые красавицы, которые начали сохнуть и осыпаться, постепенно перекочевывают к мусорным бакам. Если верить приметам, лучшее время для того, чтобы убрать елку из квартиры – промежуток между Старым Новым Годом и Крещением. Перед тем, как отнести дерево на мусор, коммунальщики советуют срубить все ветви и распилить ствол. Если же сделать это невозможно, то необходимо хотя бы завернуть елку в ткань или пакет. На Садояхе уже идет подготовка к крещению. Напомню, православные отметят этот церковный праздник 19 января. По традиции в Новом Уренгое купели будет две, мужская и женская, а также специальное место, где можно набрать крещенской воды. Считается, что она обладает особыми свойствами. Из новшеств в этом году принято решение установить мужскую палатку для переодевания большего размера. Это позволит избежать очереди. Во время крещенских купаний на льду будут дежурить представители экстренных служб. Отмечу, забота о безопасности здесь важна не меньше, чем соблюдение церковного канона. Поэтому подготовка Иордании начнется задолго до самого праздника. Мы выезжаем, делаются замеры, да, определенные пробы воды и так далее, и так далее. Если все в рамках нормативов, то, соответственно, все состоится. Для этого мы предварительно еще в декабре месяце расчищаем полностью акваторию реки для намерзания слоя льда. С 24 по 31 января в Ноябрьске во второй раз состоятся всероссийские соревнования по шахматам «Мемориал Владимира Анаприенко». На площадке спорткомплекса «Зенит» встретятся спортсмены из Ямала, Югры, Алтайского и Пермского края, Омской, Московской, Тюменской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. О других событиях в мире спорта расскажет мой коллега Алекс Продиус. Всем привет! Ямальцы радуют своими достижениями на выездных соревнованиях. Так, Лариса Куклина из Лабытнанги завоевала бронзу на Кубке России по биатлону. Гонки с преследованиями прошли 13 января в Рыбинске. В женском забеге с четырьмя огневыми рубежами северянка уступила югорской биатлонистке и отстала от нее на 49,4 секунды. Серебряную медаль завоевала и другая ямальская спортсменка –
Алина Хизбулина на втором месте открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Спортсменка выступила в составе сборной России в паре с Александром Васильевым из Липецкой области в олимпийской дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки. Пары смешанные». Очередная победа в копилке «Факела». На выездном матче, который состоялся 13 января в Нижневартовске, игроки Ямальского волейбольного клуба обыграли команду «Еграса Матлор» со счетом 3-0. Первенство Ямала по волейболу среди девушек 2009-2010 годов рождения проходило в газовой столице с 12 по 15 января. В нем приняли участие 9 команд из Новоренгоя, Губкинского, Надыма, Ноябрьска, Лабытнанги, Салехарда, Красносилькупа и Пуровского района. Сильнейшими оказались спортсменки из новоренгойской команды «Факел-1», которых тренирует Нина Михайлова. Серебро досталось волейболистам из Таркасале, на третьем месте команда «Юность» из Нового Уренгоя. ММА по-ямальски. В спортшколе «Арктика» района Карачаева состоялся чемпионат и первенство Ямала по смешанному боевому единоборству. За победу на ринге поборолись свыше 150 спортсменов из разных городов и районов округа. В копилке новоренгойцев более 50 наград. В командных зачетах первые места заняли команды Нового Уренгоя. А у меня на этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Мари. Спасибо, Алекс. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Для вас работали Мари Бохова и команда «Импульс Севера». До свидания.